Привет, друзья! На канале Паптисагаси Галина Миленец. Вот я, как говорится, в центре нахожусь. Иду прогуляться. Вот это пансионат Приморье. А вот здесь снесли там кафе вот на противоположной стороне бульварчика. Смотрите, какая зеленая она трава выросла. Ну, здесь засевали или там выкладывали определенным образом. И вот зима, в куртках, а травка зеленая. Прекрасно, да? Это симпатичные моменты, курортные, симпатичные. Вот. И многолюдно. Вот. И все зелени. Сосны, слава богу, живые. Вот здесь вот велись работы. Старая трава убиралась, а новую земля новая. Да, вот красиво, да? Скажем так, красиво. Там, где хорошо, и скажем. Хорошо, приятно смотрится. Спокойствие, тишина, ветра нет. Ну, такая прохлада, но без минуса. Вот так у нас Геленджике. Трофей горит огнями. Еще 5 часов вечера. Вечерочка. Угу. Все же готово к принятию посетителей. Вот. Таким вот образом, что у нас на море. Вот это пляж Приморья, ну и кафешка, да? Вот здесь что? Здесь у нас занимается Жевичур. Такой вот полосочкой розовой. Объявили всю вечер. Вступает в свои права. Значит, скоро ночь, а вот там елочка еще горит. То есть вот все атрибуты спокойного, как говорится, курорта в розовом цвете. Если бы не генеральный план о сносе центральной части города, которую нужно, может, и менять. Но никаких санаториев здесь больше никогда в жизни не будет. Здесь будут только частные застройки. Все говорит об этом. И все свистит практически об этом. А куда денутся люди? Да. Значит, возвращаются репрессии. Так получается. Значит, возвращается все как и прежде. Вот такие хорошо и ай-яй-яй. Сопутствующие друг другу геленджики. Вот. Я думаю, успеть быстро. Вот так. Рановато, но очень захотел прогуляться. Погода так давит. Что-то давит, понимаете? Какие-то обстоятельства. Включается этот вход. Приморье, парк. Вот идем дальше с вами. Так идем, глядим, дышим. Ну что ж, хороший ветер. Приятных продолжения выходных всем. Собирает гостей. И нет никакого дела этому ресторану до генплана, до жизни, до судеб других семей. Правильно? Вот как получается. Вот что у нас получается. Народ съехал, отдохнул, а все в огнях, а все так симпатично просматривается, пока еще нет сильного такого вечера.
обычно я либо пуш снимаю. Вот там те елочки все-таки сохранились, который так, такой светящийся елочный парк. Сейчас подойдем. А здесь, смотрите, опа, 5 часов вечера. Пустота. Что-то давит, охота полежать. Вот там бассейн, вот этот открытый. Там расположен. Ну-ка сейчас посмотрим еще с этими елочками. Угу. Продолжается праздник. Веселуха. Да. Если бы, опять же, если бы не этот план, который тревожит и просто сотрясает. Ну что ж, скоро китайский Новый год. Кажется, его ждут в Геленджике. Пока-пока.